Оливье, селедка под шубой и винегрет – традиционные короли новогоднего праздничного стола. Традиция родилась еще во времена СССР и продолжает жить и по сей день. У профессиональных спортсменов же все иначе. Необходимость быть всегда в форме вынуждает ограничивать себя диетой даже во время новогодних застолий. Впрочем, это вовсе не означает, что питаются чемпионы пресными и невкусными блюдами. К семикратной чемпионке мира по бодибилдингу Наталье Быстровой заглянул в новогодний фирменный салатик Сергей Шерстнев. And the winner of this category, Master Woman Physique, is Natalia Bystrova from Russia. Уходящий 2018-й Наталья отметила очередной громкой победой и высоким титулом, став абсолютной чемпионкой чемпионата мира по фитнесу и культуризму в Испании. При жесточайшей конкуренции параметры и пластика физической формы россиянки привели судейскую коллегию к единому вердикту. И это при том, что Наташа в этом году отметила полувековой юбилей. Многие уже, наверное, думают, глядя сейчас на тебя, что вот когда она уже успокоится, когда она уже уймется и уйдет на заслуженный отпуск, заслуженный отдых, там, ну, может, тренерскую работу. Но, насколько я понимаю, Наталья Быстрова не собирается останавливаться. Что тобой движет? Ну, наверное, это все-таки вот это мое увлечение, хобби, это моя жизнь в первую очередь. И все, что я получаю от выступления, от подготовки, это те эмоции, которые поддерживают меня в жизни. Секрет молодильных яблок – прост. Держать форму помогают спортзал и правильная диета. На новогоднем столе у Натальи коронное место займет ее фирменный чемпионский салат. Самый главный ингредиент этого салата – это шампиньоны. Их нужно просто ополоснуть водой, чтобы не было земли, и порезать. Шампиньоны не подвергаются никакой обработке термической. Режутся вот так вот крупненько. Итак, огурцы, сладкий перец разных цветов, листья салата айсберг, редис и шампиньоны. Специи по вкусу. Особую пикантность чемпионскому салатику придадут оливковое масло, соевый соус и бальзамический уксус. По 2 столовых ложки каждого ингредиента. Тщательно все перемешиваем и пробуем. Экзотическое такое сочетание, но очень приятное. И вот эти вот грибы, они действительно придают такой вот аромат. Аромат и основу. То есть салат, он не просто вот такой, хоть он и легкий, но тем не менее вот в нем есть что-то такое для мужчины очень важное. Ведь источник белка. Источник белка, да, вот. Мне очень нравится. Правда? Угу. Уважаемые телезрители, органолептический анализ подтверждает, кушать можно. И уж, как сказала Наташа, в неограниченных количествах. Поэтому тем, особенно кто следит за своей фигурой, занимается спортом, по-моему, это бесценный кладезь витаминов и вообще отличный выход. Сергей Шерстнев, Артем Павлов, телеканал.